Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Амшик Шара». Сегодня в программе. Работа признана удовлетворительной. МВД подвело итоги деятельности за прошлый год. Посетил строящиеся объекты. Премьер-министр провел выездное заседание правительства в Чемчирском районе. Сегодня состоялось заседание коллегии Министерства внутренних дел по подведению итогов работы ведомства за 2016 год. В нем принял участие президент Рауль Хаджимба. Глава государства отметил, что для повышения эффективности взаимодействия МВД, Генеральной прокуратуры и судебными органами необходимо качественное выполнение своей работы каждым из ведомств. В ходе заседания коллегии была представлена положительная динамика в отношении числа зарегистрированных преступлений за прошедший год, а также их раскрываемости по сравнению с 2015 годом. Как сказал Рауль Хаджимба, представленная статистика радует, но главный вопрос в том, чтобы правоохранительным органам было известно реальное положение дел. Конечно, статистика, которая вами представлена, радует. Но главное, чтобы за этой положительной динамикой мы не упустили бы реальную ситуацию. Речь идет о качестве фиксации, учета и дальнейшей следственной работы по данным видам преступлений, которые вы здесь у себя отразили, по цифрам. Следует обратить внимание на состояние профилактики и предупреждения преступлений. Наша с вами задача, я еще раз говорю, самое важное, не допустить совершения преступления. В целом президент выразил удовлетворение работой Министерства внутренних дел. Рауль Хаджимба отметил, что период предвыборной кампании и выборов в Народное собрание Республики Абхазия требует особого внимания со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые должны выполнять свои обязанности в соответствии с законодательством, не допускать нарушений общественного порядка и содействовать тому, чтобы это политическое событие прошло спокойно. Верховный суд Абхазии прекратил кассационное производство по делу о наложении ареста на имущество компании USK. Такое решение сегодня приняла кассационная коллегия по уголовным делам в составе председательствующего судьи Кварча и судей Пачули и Гамисоня после заявления представителя защиты, отозвавшей свою кассационную жалобу. Действуя от имени своих доверителей, ранее поданную кассационную жалобу на постановление Сухумского городского суда от 29 июня 2016 года об аресте имущества общества с ограниченной ответственностью ЮСК и имущества вышеуказанных физических лиц отзываю. Производство по кассационной жалобе прошу прекратить. Речь идет об обжаловании постановления Сухумского городского суда, согласно которому на имущество фирмы USK, руководителем которой является Вадим Матуа, в том числе и имущество физических лиц, был наложен арест. В производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия имеется уголовное дело по обвинению генерального директора общества Южная строительная компания Матуа и других работников данного общества в совершении хищения путем мошенничества в особо крупном размере. В рамках расследования вышеуказанного дела орган предварительного следствия в лице заместителя начальника следственного управления, начальника следственного отдела Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Шевхужева, согласие его заместителя генпрокурора Абхазии Смыр возбудил перед Сухумским городским судом ходатайство о наложении ареста на имущество общества ЮСК, а также на имущество физических лиц. Всего стоимость имущества за исключением единиц техники, стоимость которых не установлена ввиду отсутствия документов об их ввозе на территории Республики Абхазия, составляет 81 миллион 613 тысяч 72 рубля. Свое ходатайство об аресте имущества орган предварительного следствия мотивировал тем, что указанное имущество было приобретено на похищенные денежные средства Матуа Вадимом Игоревичем, членом его семьи, родственниками и одновременно работниками его фирмы, а также и посредством других лиц. Рассмотрев ходатайство Шевхужева, Сухумский городской суд своим постановлением от 29 июня 2016 года согласился с его доводами и удовлетворил в полном объеме. Выслушав заявление адвоката и мнение прокурора Мукуба, не возражавшего против его удовлетворения, кассационная коллегия приходит к следующему. В соответствии с частью 3 статьи 330 со значком 2 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе отозвать ее до начала заседания суда кассационной инстанции. В этом случае кассационное производство по этой жалобе прекращается.
Поскольку заявление адвоката Адзинба подано в соответствии с требованиями закона, других кассационных жалоб по рассматриваемому делу не имеется, кассационная коллегия считает необходимым заявление адвоката удовлетворить и прекратить кассационное производство. Итоги выполнения инвестпрограммы 2016 года и перспективные планы на 2017 год в Очамчирском районе были обсуждены сегодня в ходе выездного рабочего совещания, которое провел премьер-министр Беслан Барцыц в администрации района. Затем глава правительства посетил некоторые строящиеся объекты. Царь Ясмыр расскажет подробности поездки премьера. Открывая заседание, глава администрации Чемширского района Хрипсджопу отметил, что за последние два года проделана большая работа. В городе и в селах улучшается инфраструктура. За счет местного бюджета отремонтированы школы, а также здания администрации в нескольких селах. Частично население обеспечено бесперебойным энерго- и водоснабжением. Тем не менее, сегодня в Чемширском районе существует и множество проблем. Безусловно, наши жители нуждаются в улучшении обеспечения их водой. Такие проблемы не только в этих двух селах, они практически существуют во всех селах. Но при этом считаем, что та работа, которая делается в сторону города Чимчира, безусловно, это необходимо, потому что город Чимчира должен расти, и город на самом деле должен обрести тот облик районного центра, на который мы практически все наши усилия направили. Если в 2016 году более 300 миллионов рублей было выделено на улучшение инфраструктуры города Чимчира, то в этом году, по словам премьер-министра Беслана Барцыца, на благоустройство района планируется выделить еще 200 миллионов рублей. В планах руководства страны выделить средства на строительство нового детского сада в Чимчире и школы в селе Тхина. Сегодня во многих селах идут ремонтные работы по улучшению водоснабжения населения. По словам премьер-министра Беслана Барцыца, такие работы в течение года будут проведены практически во всех селах района. Было отмечено, что за счет российской инвестпрограммы только за один прошлый год в районе было установлено более 5 трансформаторных станций. Теперь часть населения обеспечена бесперебойной электроэнергией, и работа в этом направлении будет продолжаться. Конечно же, Хребс Родионович и местная администрация, и вместе с нами мы должны всегда держать руку на пульсе, смотреть за ходом выполнения этих работ, чтобы никакого отставания по графикам намеченным быть не должно. И, конечно же, качество возводимых объектов и предполагаемых работ должно быть на самом высоком уровне. Я говорил, еще раз повторяюсь, при формировании мероприятий мы всегда учитываем мнение местной администрации. После заседания премьер-министр Беслан Барцыц посетил некоторые объекты Чимчирского района. К примеру, это здание по улице Адлиба в скором времени будет передано Чимчирскому отделению Черноморэнерго для хранения всего инвентаря. Глава администрации Хрипсджопу выразил надежду, что строительство объекта начнется в скором времени. Приняли мы решение его передачи этого здания энергосистеме Черноморэнерго. Сейчас в присутствии премьер-министра хотим попросить, чтобы какие-то ремонтно-восстановительные работы осуществить, и чтобы всю базу, которая практически находится сегодня у Черноморэнерго, у нашего отделения, чтобы все это перебазировало сюда. Премьер-министр Беслан Барцыц отметил, что подобного рода объект необходим в городе, и заверил руководство района, что средства на его строительство будут выделены из государственного бюджета. Филиал РУП «Черноморэнерго» в Чимчирском районе не имеет своего ни офисного помещения, и техника базируется фактически по домам людей, которые работают на этом предприятии. Сегодня остро стоит этот вопрос, и вот местная администрация готова предоставить безвозмездно это помещение. Мы обязательно это возьмем и проговорим эти вопросы с руководством Черноморэнерго и окажем содействие, чтобы работа этого предприятия была налажена должным образом. В скором времени в Чимчире начнет функционировать предприятие по производству кукурузной муки. Строительные работы на объекте практически завершены. Уже приобретена специальная техника для переработки кукурузы. В будущем здесь планируется производить больше тонны кукурузной муки в сутки. На этапе завоза недостающего оборудования и его установки пусконаладочных работ. Я думаю, что мы уложимся где-то к концу марта,
предприятие заработает уже с теми, кто с нами будет работать, и экспедиторами, водителями и так далее, до 20 человек будет задействовано. На сегодняшний день в Абхазии нет предприятий по производству кукурузной муки. В основном этот товар на прилавке магазинов поступает из России. По словам министра сельского хозяйства Даура Дарба, строительство такого предприятия имеет большое значение – в первую очередь для развития экономики страны. Сырье будет закупаться у местного населения, а это дополнительный заработок для людей. То есть я думаю, это будет востребовано для нашего населения. Это одна из тех направлений, где мы как бы облегчаем труд наших домохозяек, женщин. То есть не надо мучиться, промывать и так далее. Она готовая, открыл. К применению подлежит. Перспектива хорошая у этого маленького предприятия, я думаю. Большая проблема существует на сегодняшний день в районе морского порта. Эта часть дороги омывается морем, и в период обильных дождей здесь случаются оползни. Руководство района видит проблему, но решить ее самостоятельно нет возможности. Беслан Барцыц отметил, что руководство страны в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Глава правительства также отметил, что необходимо собрать экспертную комиссию для решения проблемы. Было отмечено, что на реализацию этого проекта понадобится более 10 миллионов рублей. Делегация во главе с премьер-министром побывала еще на нескольких объектах, в том числе и на водозапорной станции в селе Моква. Отремонтировали водонакопитель, поставили насосы, то, что вы видели, скважину закачивают сюда, и дальше отсюда идет разводящие по населенным пунктам. Здесь два накопителя было, один мы спустили туда в центр, то есть локализовали подачу воды. Премьер-министр Беслан Барцыц в ходе инспекционной поездки посетил еще несколько объектов в Ачимчирском районе, в том числе и предприятие по производству меда. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба направил поздравления с Днем защитника Отечества президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В нынешней обстановке глобальной нестабильности Россия показывает пример последовательной миролюбивой политики и решимость в отстаивании своих национальных интересов. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации несут службу во многих странах, в том числе и в Абхазии. Присутствие российских военных баз на территории Республики Абхазия говорит о нашем крепком стратегическом партнерстве и сотрудничестве в сфере поддержания мира в регионе, отмечается в частности поздравление Рауля Хаджимба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял юных участников международного турнира по шахматам Moscow Open 2017, проходившего с 1 по 8 февраля в российской столице. Во встрече принял участие президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. В шахматном фестивале участвовали гроссмейстеры мирового уровня. Отдельно проводились детские турниры. Всего за призы боролись свыше 700 детей из России и многих других стран мира. Среди них 20 детей из Абхазии. В конце встречи Рауль Хаджимба вручил спортсменам памятные подарки, а председателю Федерации шахмат Абхазии – именные часы. Президент поблагодарил тренеров за проводимую работу. В самое трудное время 2004 года был проведен первый турнир. И в последующем эти турниры ни один раз не прекращались. И последняя ваша поездка в Москву свидетельство тому, что шахматы в Абхазии набирают обороты. Мы с вами говорили как-то вот сейчас недавно. Радует то, что к нашим спортсменам, к нашим людям, которые непосредственно занимаются детишками, проявляют особое внимание представители российской шахматной школы. И та же встреча с Ельмжиновым свидетельство этому. Тот же Василий Малинин, который активно сотрудничает с абхазской стороной и проявляет особую заботу в становлении вот шахматной школы в Абхазии. Наша задача, я еще раз говорю, представить Абхазию в самом лучшем свете. У нас детишки самые лучшие, самые красивые и самые умные. Константин Тужба проинформировал президента об инициативах Федерации по развитию шахматного спорта в стране. Так, по его словам, с 1 февраля во всех школах Сухума введены факультативные занятия по шахматам, и в каждой школе уже по 50 детей записаны в эти кружки. К другим темам. Ветераны войны считают возвращение экс-президента в политическую жизнь страны дестабилизирующим фактором. Это, в частности, отмечается в распространенном сегодня воззвании группы ветеранов Отечественной войны к народу Абхазии.
Мы считаем, что возвращение Анквабы является дестабилизирующим фактором, еще одной причиной для углубления раскола в обществе и представляет угрозу внутренней стабильности, а значит и государственности нашей страны. Во избежание дестабилизации и массовых беспорядков требуем от президента, правительства и от всех силовых структур принять меры по пресечению политической деятельности Александра Анквабы в нашей стране в рамках существующих законов, отмечается в частности в заявлении ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Новым директором Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия избран кандидат филологических наук, доцент Абхазского госуниверситета, декан филологического факультета АГУ Арда Ашуба. Теперь его кандидатура должна быть утверждена на заседании Президиума Академии наук Абхазии. На нашем канале продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания Абхазии. Сегодня, согласно жеребьевке в ЦИК, в прямом эфире выступят кандидаты, зарегистрированные по двум избирательным округам. Номер 29 – это Человский, в котором два кандидата, и номер 13 – Цандрыпшский, по которому зарегистрировано 5 кандидатов. Завтра в эфире Лыхнинский избирательный округ номер 16, в котором зарегистрировано 2 кандидата, и Сухумский северный округ номер 4, где 8 кандидатов. Далее о погоде. По сообщению синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 4-6, днем 11-14 градусов. Температура морской воды 7 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Абриала Охатпяхдыра, такую программу Хырк Шупасха, Абхашуайтам Сирас. Все же?